Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Радий вітати в нашій студії сьогодні відомого телеведучого програми «Світ на вибір» Дмитро Комаров. Пан Дмитро, вітаю вас. Добрий день, Дєсо. Очень рад к вам приїхати. Ви в Одесі цього вікенду. У вас дуже важливий захід. Я б сказав, якби це був такий вчений, досвідчений, що це лекція, але не лекція, це такий майстер-клас, творча зустріч з одеситами, гостями міста. Будете ділитися своїм досвідом мандрівок, екстремальних мандрівок. Скажіть, будь ласка, на що чекати одеситам неділі 23 червня? У нас взагалі в Одесі зустрічі як-то особливо тепло проходять завжди. І я тут вже четвертий раз. Перший раз я приїжджав десь у 2017 році. Потом мы приезжали в рамках всеукраинского тура, и Одесса была одним из 19 городов Украины, в котором мы посетили. И мы тогда в филармонии выступали, и я, как сейчас помню, вахтер нас прогонял уже в 2 часа ночи, когда я все еще продолжал раздавать автографы. То есть мы где-то 4 часа была встреча, и 5-6 часов мы раздавали автографы. Потом я привозил в Одессу Луселию Сантос, которая сыграла рабыню Изауру. И вот сейчас тоже был большой запрос на летнюю площадку, и мы приехали показать то, чего еще не было в эфире. Мы приехали рассказать секреты, как снимается наша программа, показать фотографии, показать видео. То, что вообще никогда люди в эфире не увидят, это эксклюзив. То есть, вот, знаете, всегда самые интересные моменты в таких экспедициях остаются за кадром. То есть, например, дикое племя, до которого мы добирались 4 суток на моторной лодке, и обратно 4 суток, Яномами. Они не контактируют с цивилизацией, мы были первыми журналистами. Как живут люди, которые сознательно отторгают цивилизацию, да? Это моменты, которые и в программе отчасти будут показаны, а изнанка, вот как с ними пообщаться? Как перевести людей, которых там всего несколько сотен человек, и у них свой язык? Вот, это очень важная проблема, потому что по верхам в нашей программе общение невозможно. Вот как мы искали переводчика, который знает и язык Яномами, и язык государственный, португальский. Вот, моменты даже бытовые. Вот представьте, мы добираемся 4 суток, мы без электричества, мы без интернета, мы без связи, и мы даже продуктов с собой на такой жаре 45 градусов взять не можем сразу на 3 недели. Поэтому купаемся там, где крокодилы рядышком. Посмотрели, там гида спрашивает, крокодила нет? Нет. Ныряешь в эту реку, намыливаешься, при этом стараешься по воде идти аккуратно, не наступая, а вот так скользящими шагами, потому что скаты, большие пресноводные скаты, укус – это большая проблема. Вот. И это действительно такие настоящие экспедиции, как еще времен Жака Ива Кусто. И я не случайно это сравнение привожу, потому что Кусто провел там 2 года. И по иронии судьбы, нам совершенно случайно организатором нашей экспедиции там, в этой части Амазонки, в племени Яномами, попался тот же человек, который делал это в 80-х для Кусто. Ему уже около 80 лет, но он все еще продолжает заниматься организацией таких вот больших экспедиций. И он нам подробно рассказал, как снимал Кусто, что снимал Кусто, где он жил, как питался. Да? Очень простой человек был в общении. Вот, и жил буквально в каком-то таком сарайчике маленьком. Вот, там же и мы свою базу сделали. И мы много по следам Кусто прошли, там, нашли пресноводных дельфинов уникальных. Вот в Одессе дельфинарий, да, мы все знаем, какие тут морские дельфины, да. А пресноводный дельфин, он совершенно другой. У него такой длинный-длинный нос зубастый. И эти дельфины, они на грани исчезновения, они розового цвета. И там есть исследовательская база, на которой ученые следят за ними. И вот мы тоже работали с этими людьми. Я испытал впервые дельфинотерапию не в Одессе, а вот в Амазонке. В общем, все, что осталось за кадром, все эти уникальные истории мы расскажем. Опять же, есть вещи, которые никогда в программу не попадут. Их можно вот только, знаете, рассказать друзьям на кухне в хорошей компании. Или вот на такой творческой встрече, которую я тоже пытаюсь сделать максимально похожей на общение на кухне. То есть вот, например, если у нас время есть еще немножко? Так, да, так, звучайно. Например, все знают, Бразилия – это криминал, Бразилия – это опасность. И особенно, когда туристы едут на карнавал, тогда всех предупреждают, ни в коем случае не носите телефоны в руках, часы, цепочки, бриллианты, все это снимите. Это правда, действительно. От себя скажу, что если вот в таких странах Латинской Америки кто-то подходит с оружием, с ножом, с палкой, с пистолетом, просто не глядя в глаза, все отдаешь и уходишь. Это правило, да? Ну вот мы пробыли 204 дня в Бразилии. На 180-й, 190-й день на нас так никто и не напал. И мы уже расслабились. Думаем, ну как это? Ну не может быть. Хотя люди все время подходят, прохожие, и говорят, не несите так камеру, украдут, не несите, нападут, телефон не неси в руке, отберут вместе с рукой. Мы, ну что-то как-то это преувеличение, мы так думали. И вот где-то 190-й день, я в 11:30 вечера в благополучном районе Рио-де-Жанейро, богатом достаточно, там особняки на берегу моря,
Іпанема називається район, іду в отель, до отеля 200 метрів. Я іду вечером з ужина, пішов куди-то в кафешку, перекусив, з ноутбуком працював, сидів, сценарії писав. У мене в руці два смартфона. Вот один украинская карточка, один местная. Смартфоны оба в одной руке, то есть держать их не очень плотно. Я был в шортах без карманов, то есть телефоны спрятать некуда. В шлепанцах, то есть бежать быстро нельзя. Ударить ногой тоже, извините, нельзя. Вот. И рюкзачок, в котором все кредитки, ноутбук, все материалы. Вот все просто было с собой, потому что мы уже расслабились. И тут слышу, на меня бегут шаги. Улица пустынная абсолютно, никого нет в это время. На меня бежит один такой темнокожий парень прямо. Второй сбоку подрезает. Оба бегут с явными намерениями, так еще немножко подсекая. Здоровый такой, ну 1.90 минимум. И в такие моменты мозг работает особенно. То есть нет времени думать, что делать. Ты потом уже анализируешь, о чем ты думал. И вот, в принципе, на что они рассчитывают? В такой ситуации 99% туристов, увидев двух громил, которые на тебя бегут, делают шаг назад. Это как в животном мире уже дальше все. Сделал шаг назад, тебя атакуют. У меня как-то рефлексы сработали иначе. Я увидел, что оружия в руках нет. Взорвался, и вместо того, чтобы убегать и как-то прятаться, я побежал на него. Побежал на него с диким криком. Перед этим я телефоны переложил из правой в левую, спрятал за спину, чтобы не выхватили телефон. Поднял кулак очень сильно, сделал такую жесткую гримасу и отборным матом просто на него кричал. Он ничего не понимает, эмоция главная. И бежал, и делал вид, что я сейчас его ударю. Вы знаете, сработало. Я подбежал, он сделал два шага назад, я еще наступал, продолжал атаковать, они убежали. То есть по силе они меня превозмогали. Ну, а от ця історія сработала. Ефект несподіванки, певно, перший інстранець, можливо, хто так відреагував. Ну, може бути. Тобто маса історії. Плюс є ще практична точка цього наших творчих зустріч, да? Тобто, смотрите, все, особливо літом, мечтають куди-то поїхати. Хто-то смотрить мир наизнанку, пытается його повторяти. Як це зробити? Як це зробити дуже дешево? Як це зробити при середньому бюджеті? Як це зробити мегадорого, да? Куди їхати? Буквально за небольшие деньги, куда поехать, если бюджет побольше. И как это организовать без турфирмы? Вот у многих есть барьер внутренний. Господи, как я поеду в какую-нибудь незнакомую страну, Бразилию, Индию, Камбоджу, Таиланд, без турфирмы? Я возьму туристический тур. А вот так ты идешь в турфирму и смотришь, и вот туры в экзотику, они не дешевые, да. Потому что они индивидуальные. Это не Египет, не Турция. Тут если меня спросить, с турфирмой или без, я скажу, Египет, Турция... Конечно же, с турфирмой есть смысл, потому что чартерный борт дешевле в любом случае будет, чем регулярный рейс. Там заранее это все выкупается. Да? Номера на весь сезон большие турагентства забирают там в отеле определенную квоту, и они уже есть. Часто как за день, за два, за три до вылета горят уже непроданные путевки, на то они и горящие. Действительно, этим можно и нужно пользоваться. Но если вы захотели в Индию, если вы захотели в Камбоджу, в Бирму, в Боливию, то, конечно, лучше самостоятельно, потому что индивидуально это будет там $3000 минимум этот тур будет стоить, да, возможно, еще и без перелета. Самостоятельно можно совершенно по-другому. Я всем советую следующий алгоритм. Я сейчас кратко скажу, подробно будет на встрече, мы эту тему обсудим, но мы выбираем либо направление мечты и ищем билет, самое главное билет найти, либо можно пойти путем, который я больше люблю, и так я когда-то за $190 слетал в Бангкок и обратно, туда-обратно это, то есть очень выгодная цена. То есть я просто подписался на все странички авиакомпаний, каких-то турагентств, форумы туристические, ты смотришь, когда появляются спецухи, спецпредложения. И вот, когда появляется спецпредложение, окей, пускай спецпредложение в Африку. Почему бы и не в Африку? На самом деле любая страна подарит эмоции. Летим туда, куда есть билет недорогой. Покупаем этот билет, дальше начинаем готовиться. У нас есть интернет сегодня, и все настолько просто, друзья, вы не представляете. Ну, очень просто. То есть 15 лет назад было сложнее путешествовать. Сейчас мы можем, изучив форумы, отчеты, отзывы, и собрать полную картину, как все обстоит на самом деле. В плане опасности, безопасности, в плане проживания, в плане транспорта. Харчевания, каких-то там хвороб. Вы знаете, на самом деле питание – это вообще самое простое. То есть, общий принцип – во всем мире, в любой стране нормальные, добрые люди есть всегда с общечеловеческими ценностями. И нужно с этими общечеловеческими ценностями приезжать самому, и тебе будут платить за это также, отвечать взаимностью. То есть, если уйти от общих фраз, то первое, что перелет мы, скажем, нашли уже. Дальше нам нужно поселиться. Мой путь – поселиться на первые пару дней, дальше разобраться, что мне понравилось, что мне не понравилось. Потому что иногда интернет недостоверно передает информацию о гостинице, о квартире.
И ты приезжаешь, например, забронировал на неделю, уже заплатил, смотришь, а рядышком такой отельчик маленький, скромненький, его и не было в интернете, с балконом на море, и ты думаешь, господи, мой отель мечты, в следующий раз туда. Да не будет следующего раза вот так, как ты представляешь. В следующий раз захочется поехать в другую страну. Или ты, может быть, через 5 лет вернешься. Хочется мечту не откладывать, чтобы она была сейчас же. Забронировал на день, на два. Переселился. Вот, и все, и живешь там, где хочешь. То есть проживание я бронирую обычно на 1-2 дня. Но если верить отзывам и рекомендациям, то можно бронировать и на больший срок. Системы там Booking, Agoda, они адекватно работают. Система посуточного бронирования квартир, Airbnb, например, есть и другие, тоже работают достаточно адекватно. И нужно читать отзывы, смотреть рейтинг, это работает. Проживание разобрались, да? Транспорт. Тоже вся информация есть сегодня в сети, и даже про самые экзотические страны. Поэтому нужно просто провести мониторинг и узнать, автобусы откуда есть, куда и почем, спальные и не спальные. Есть так называемые слипербасы, когда ты можешь лечь как на полку в поезде, в плацкарте, в купе и ехать и спать. Это очень удобно. И это копейки стоит, то там, например, во Вьетнаме мы на автобусах все время ездили. 5, 7, 10, 12 долларов, ты проезжаешь там 500 тысяч километров. Это очень удобно. Вот. Проживание, опять же, то, чего вы не найдете в интернете, почему я говорю бронировать на первую ночь, для спокойствия. Но вот в Индии, например, я когда еще до появления программы путешествовал 3 месяца и получил, кстати, рекорд от книги рекордов Украины за то, что максимальный пробег в километрах за 90 дней. Вот, 20 тысяч километров я проехал сам по стране. Вот, поездами, автобусами. Так на самом деле там проживание я находил от 5 долларов. Я вообще себе установил рамку тогда, бюджет 5-7 долларов. 12, я уже считал, что это дорого. Когда я снимал за 15 в Мумбаи, это очень дорогой город, то я считал, что это очень сильный овербаджет, и я перерасходую средства. Действительно, у меня был очень лимитированный бюджет на эти 3 месяца, мне нужно было объехать всю страну. И вот что такое за 5 долларов в Индии? Да, это скромная комната, в скромном отеле, без звезд. Вот. Там есть вентилятор, как правило, вот, кровать. Простыню, ну, стирают ее. Но она может быть не совсем белоснежно-белая, да, но ее стирают. Вот. И в принципе, там даже есть какая-то атмосфера своя. Это обычно такие районы, типичные для Индии. Да? Долларов за 8 можно было найти даже в Дели, в столице, с кондиционером уже. Вот. За 10-12 долларов практически везде снимается. Если там взять цену 15 долларов, то в Таиланде, в Камбодже, в Индии, во Вьетнаме, ну, в любой стране вы там за 15 долларов найдете проживание. Если говорить о дневном бюджете, то я считаю, что для самых таких бедных стран бюджет минимум, но это не комфортный бюджет, это бюджет для экстремалов типа меня, 20 долларов в день. 20 долларов в день — это вы сможете найти проживание и питаться в местных кафешках. Бюджет комфортный, спокойный, чтобы не переживать вообще, это было и питание, и проживание, и проезд, 50 долларов в день. 50 долларов – это гарантия того, что вот в странах, скажем, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Азии, и, возможно, в каких-то африканских странах, не самых дорогих, да, вы сможете перемещаться, вы сможете чувствовать себя комфортно. Вот. Поэтому я бы рекомендовал всем для первой экзотики все-таки Индию. Дешевле, колоритнее, красочнее, экзотичнее нет ничего. Вот об этом мы тоже будем рассказывать. Я еще много подробно расскажу. То есть, как организовать путешествие своей мечты. Вот. У нас еще есть рубрика на наших мастер-классах «Вопрос-ответ». То есть, люди пишут вопросы. Мы выбираем самые актуальные для всех, читаем, отвечаем прямо. Вот такой интерактив идет, да? А в конце мы, когда заканчиваем встречу, у нас неформально уже начинается, и мы там 4-5 часов стоим, сколько надо, автографы, календарики, там, селфи. При этом я поставлю еще одно питание. Мы же повинні сказати, де це буде відбуватися і коли, якщо одесити і наші глядачі ще хочуть потрапити. 23 июня. Неділя. Это воскресенье уже, вот это, Морвокзал. Летний театр. Летний театр, да. В 16.00 начинаем собираться, вот, и общаться. Звідки ви ще черпаєте натхнення? Як не втомитися від мандрівок, екстремальних мандрівок? Знаете, очень тяжело ответить на этот вопрос. Я не знаю, это откуда-то сверху приходит энергия, потому что когда в этом году я 204 дня провел в Бразилии, из них 3 месяца в Амазонке, покусанный весь, прыщах от этих местных насекомых, ходил в больнице, моему оператору вырезали живых личинок, которые в нем поселились. То есть это, конечно, тяжело. Но я не знаю, но, наверное, все-таки зритель меня мотивирует. То есть я когда, опять же, приезжаю на такие встречи, как в Одессу, вот такая атмосфера невероятная, и ты смотришь в зал, ты смотришь на глаза людей, которым действительно интересно, и потом, когда уже в рамках вот после встречи ты общаешься лично, каждому пожмешь руку и посмотришь в глаза, и какими-то пару фразами перекинешься, ты понимаешь, что
Эта программа дарит людям какие-то эмоции, радость, помогает, особенно в тяжелое время, когда хочется полностью переключиться от всех проблем, которые у нас есть, повседневных. А тут вот другой мир, виртуальное путешествие и отключение от остальных проблем. Плюс нестандартный подход. Мы не показываем то, что просто в обычных путеводителях. Это действительно настоящая жизнь простых людей. Мы можем сравнить проблемы. Да, вот посмотришь часто программу про Бразилию, например, и говоришь, господи, слава богу, на что мы жалуемся? Сходом. Вот, что на самом деле у нас так все замечательно, и хорошо, что мы живем не там. Это тоже сравнение, да? И плюс это возможность совершить виртуальное путешествие в ту страну, в которой ты сам никогда не побываешь. Вот я действительно говорю, что в те места, куда езжу я не рекомендую ехать людям. Це хоч і поставити питання, що ви говорите про поради, а також можеш сказати, а ось це не раджу робити. Абсолютно. Ось це не раджу повторяти, там, повторювати в умовах. Ну, от Бразилія, фавели. Інтернету не вірте, я от всім говорю. Интернет – это отчасти помойная яма, очень часто. Нужно очень проверять, с какого ресурса ты черпаешь информацию. Мы всегда разведку в интернете страны проводим. Вы не представляете, где-то 50%, иногда 70%, иногда меньше. Но ты приезжаешь с какими-то фактами, которые ты нарыл в интернете, и ищешь подтверждение этих фактов. А это все выдумка. Один журналист приехал, наврал, придумал. Другой перед тем, как ехать, прочитал это. Уже приехал, уже себе сценарий составил. Ну ладно, совру я. И так это из поколения в поколение журналистов передается. И в итоге ты потом приезжаешь, ищешь подтверждение вот этого интернет-факта известного. А это неправда. Вот даже вот та же Изаура, которая вот приезжала в Одессу, там мы во время интервью с ней отменили вопросов 20. Потому что я задаю вопрос. Правда, что Фидель Кастро там за вами ухаживал, в интернете пишут. Правда, что вы были его подругой. Правда, что он вам слал любовные письма. И вы ему советовали, как управлять страной. Она, я его видел один раз на общей встрече официальной. Я вообще, я говорю, в интернете пишут. Она говорит, в интернете много что пишут. То есть и таких вещей миллион. Или про племена какие-то выдумки особенно там. Племена людоедов. Ты приезжаешь, а там нормальные люди, да? Вот. Важно проверять информацию в интернете, и поэтому я расскажу, чему верить, чему не верить, и как проверять. Вот. Потому что слепо доверять нельзя. Важно смотреть на авторитетность ресурса и проверять информацию в нескольких источниках. Дмитро, ви жива людина насамперед. І таке питання, чи почуття страху колись рушило вами, щоб ви сказали для творчої групи «Стоп, ми не попливемо, ми не поїдемо, дуже великий ризик». Единичные случаи, но в основном чувство страха у нас видоизменено. Так. То есть, потому что с такой работой, как у меня, ну вот у меня вот за этот год я пережил, когда ко мне подходили в фавелах, взводили затвор и ставили к виску. Потом под ребром с пистолетом я шел неизвестно куда и говорил от рука, что сейчас прикончат. Что в такие моменты? Да, конечно, ты меняешься. То есть, это сильная эмоция очень. Я тонул в водопадах Игуасу. Я думал, что я утону. Я уже успел даже подумать о том, господи, что я натворил, все, все заканчивается. Да, слава богу, меня вытолкнуло из этого водопорота, и я всплыл. Это меня очень сильно подкосило. Но после этого то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Вот. Поэтому чувство страха видоизменено. Ну, вот, например, 24 августа, на День независимости Украины, вы увидите на День плюс один фильм, который сделали мы с Александром Дмитриевым. Это спецвыпуск про наш рекордный полет над Украиной. Мы же сделали с известным украинским пилотом Игорем Табанюком рекордный полет, авиакруг Украины. Мы пролетели полностью за трое суток по периметру Украины. Вот, я был как второй пилот. И вот у нас там произошел случай, когда у нас практически отказал двигатель. У нас забился фильтр, и подлетая к Каменец-Подольскому, у нас двигатель начал чихать, знаете, когда он глохнет. Мы стали искать аварийную площадку, и вот в этот момент у нас конфликт произошел с пилотом, потому что мы дотянули до аэродрома, и он говорит, нам надо успеть, у нас три города до окончания рекорда. Я говорю, я не полечу, потому что самолет неисправен. Он говорит, как, мы должны закончить? Я говорю, дальше Карпаты, мы, если откажет двигатель, мы разобьемся, там горы. Вот, у нас был такой, то есть я могу включиться, но в итоге мы починили самолет тогда, вы все это сможете увидеть в нашем документальном фильме, вот, специально ко Дню независимости. Но я иногда говорю «стоп», но это бывает так редко. Как правило, если даже ситуация жизни угрожающая, мы взвешиваем, смотрим и думаем, как же попробовать пройти так, чтобы риск был самым минимальным. Вот. Ну, то есть, например, когда мы собираем на высоте 100 метров в Непале дикий мед на скале, нужно на веревке зависнуть на высоте 100 метров. Альпинист у меня оператор профессиональный, он с детства этим занимается. Я занимаюсь альпинизмом, но не так профессионально. Узлы любые типы вяжет он. Я как сейчас помню, то есть мне нужно вот 100 метров обрыв, мне нужно просто вступить в пропасть и зависнуть, и начинать работать.
Я веревками, ну, не хочу отвечать за безопасность, потому что это его профиль веревки. Я говорю, привяжи мне веревку. У нас такой тандем, я ему доверяю. Он привязал веревку. Я говорю, все нормально, точно? Все, я прыг, завис. Веревкой было смешно, потому что он потом мне уже в Одессе, кстати, по-моему, на мастер-классе в филармонии рассказал, когда я эту историю вспоминал, что а тогда, говорит, веревку завязал не я, а не палец какой-то. Вот этого я простить не мог. Вот, но чувство страха у нас видоизменено, но когда совсем горячая, страшная ситуация, мы можем сказать «стоп», или если едем на интервью к наркобарону, то мы все-таки стараемся найти негласно, неформально полицейского, поговорить, договориться, чтобы была какая-то хотя бы минимальная страховка. Після Бразилії, так, в Бразилії 2/3 року ви там провели. Після Бразилії може відкрити секрет, який наступний пункт призначення? Не маю права поки, але це буде дуже екзотично, і це буде ще краще, ніж Бразилія, ще інтереснее, звісно. Тобто ми стараємося совершенствуватися з кожним сезоном і робити щось невозможне, але, простите, названня країни поки сказати не можу, це секрет поки. Ваша творча група, це таке професійне питання, ваша творча група, це і помічники ваші також, це не просто люди, які знімають вас, це люди, яким ви довіряєте повністю, це люди, які прийшли з вами, ну, саме... Наша знімочна група, її особливість, це два чоловіка, я і оператор. Оператор сьогодні теж, оператор воскресіння теж буде виступати на Морвокзалі, розказувати якісь свої історії. Ми з ним тандем, ми з ним 8 років знімаємо це вместе. И еще в группу входит переводчик, гид-переводчик. То есть три человека ездят. То есть мы приезжаем в страну, я и Саша вдвоем. Дальше присоединяется к нам эксперт по стране, который знает культуру, традиции, который является гражданином страны. Это важно для того, чтобы налаживать коммуникацию. И знает главный язык этой страны, чтобы даже в самом диком племени мы всегда могли искать способы коммуникации, где никакие языки не знают, кроме каких-то локальных местных. Вот это основа команды. Иногда в таких сложных странах, как Япония, у нас был самый крайний вариант – это два сопровождающих. То есть у нас один гид – это был тот, который всегда с нами, а второй гид, учитывая менталитет японцев, он ехал впереди нас и просто пытался договориться. Там договориться – это кошмар просто. То есть там от того, как ты сложил руки, насколько сильно ты поклонился, зависит, будут с тобой общаться или не будут. То есть важно соблюдать массу ритуалов, и те мелочи, на которые мы не обращаем внимания, там могут поломать общение. Вот если, вот, например, там в какой-то не той атмосфере, я вот так отвалюсь за столом, да, все, там я могу обидеть собеседника своей позой, например, да, как я сел, неуважительно. Вот, можно неуважительно сказать какое-то слово, можно неуважительно подать визитку, а стандартный протокол, ты приходишь, ты кланяешься, потом берешь свою визитную карточку двумя руками, лицевой стороной к гостю, кланяешься, он берет визитную карточку двумя руками, ты берешь его визитную карточку. Все, без визитной карточки тебя не будут уважать. У меня были визитные карточки на японском языке, там мы написали «телеведущий Дмитрий Комаров». Ну, мы как у нас думали, телеведущий, ну, нормально, я же телеведущий. Вот. Ну, а я еще как продюсер своего проекта. Я как сейчас помню, еду на встречу с продюсерами японской музыкальной группы, в которой я должен был временно стать тоже участником этого коллектива и сняться в клипе. И вот я опаздываю на 10 минут. По японскому этикету это непростительно. Я захожу, там за столом сидят два продюсера и мой гид. Я захожу уже как бы извиняясь, понимая, что я нарушил. Ну и жду стандартной встречи, когда все встают просто, стоят в полный рост и кланяются. И тут я вижу следующее. Эти люди встали. И вот просто поклоны, как будто бы они пытаются, знаете, руками до пола достать. Вот они вдвоем стоят и кланяются мне в пол. Я просто обомлел, я не понимаю, что происходит. Визитку я достать не успел, на которой телеведущий написано. И они кланяются, я тоже им поклонился так неудобно. Они вот, Дмитрий, здравствуйте. Я говорю, что происходит? Он, ну я им сказал, что ты продюсер. Я говорю, в смысле? А раньше я кто был? Раньше ты давал визитку телеведущий. Я говорю, это что, разница? Конечно, это огромная разница. Если ты продюсер, конечно, ты большой человек, тебе нужно вот так кланяться. Я говорю, то есть, если бы я написал на визитке продюсер, то все бы так кланялись? Конечно, все бы так кланялись. Я говорю, хорошо, что я не написал. А что, вслепо верят визитки? Я же могу там написать, там, вице-президент, например. Ну да, и будут еще сильнее кланяться. Я говорю, как, ну, я же могу что угодно написать. Нет, в Японии нет такого понятия, как это, не поверить тому, что написано. Если на визитке написано, это правда. Поразительная честность, конечно, при том, что есть такие сложности, да, там, вот я помню, мы ехали Хиросима-Нагасаки снимать, и я с собой взял, попросил у папы 1986 года уникальный прибор, который мой папа сделал своими руками, дозиметр. Тогда не было их в открытой продаже, у меня папа физик-оптик,
И он своими руками сделал вот этот дозиметр, чтобы измерять уровень радиации по треску. Там интенсивность треска показывала, насколько заражена местность. И там наушничек такой вставляешь, это все сделано там из пластмассы какой-то, изолентой синей замотано. То есть это для меня и для нашей семьи дорогая вещь. Но я ее взял специально, чтобы ее еще испытать там, во-первых, Фукусима, во-вторых, Хиросима Нагасаки. И вот мы едем на скоростном поезде, там 200 с чем-то километров в час, в Хиросиму из Токио. И я забежал, на полку кинул рюкзак с техникой, а вот эти дозиметры, современный и папин, я взял в кулечек, закинул тоже на эту полку. Все, дальше мы приехали, выскочили, прошел целый день. И на следующий день я вспомнил о том, что хоть собирался померить уровень радиации. Я в сумку, а дозиметров нет. И у меня просто холодный пот, потому что я понимаю, что современный дозиметр не проблема, купим. Но что я папе скажу? И тем более это, ну, такая семейная реликвия, то есть это очень ценно для меня. Я такой: господи, я забыл на полке дозиметры в поезде. Гид абсолютно спокойно: так какая проблема? Ну, никакой проблемы, у тебя же билет сохранился. Ну, конечно, билет сохранился, он сдается для отчетности в бухгалтерию. Достаем билет, он говорит: сейчас я наберу. Он набирает номер какой-то, говорит там, ну, по-японски, что мы забыли сумку, вот наш билет такой-то, поезд такой-то. Да, говорит, они сейчас перезвонят. Я говорю: да не может такого быть. Проходит 15 минут. Звонок. Вам куда почтой доставить? В Хиросиму или в Токио в квартиру? Он: куда? В Хиросиму или в Токио? Я говорю: давай в Токио в квартиру. Да, хорошо, через 2 дня будет. Почтой нам присылают в коробочке то, что мы потеряли. Бесплатно. Это вот японцы. Или там было: гид опаздывает на встречу, у нас съемка. Я его набираю, говорю: ты почему опаздываешь? Ну, мы тебя ждем. Он говорит: извини, тут такой случай. Я забыл сумку, представляешь, в метро. Сейчас, подожди 5 минут, мне милиция подвезет сумку, я позвонил. Ну, полиция подвезет сумку. И я выйду. То есть он вышел, забыл сумочку, потому что читал телефон. Вот. Подошел к полицейским, они быстренько поймали этот же поезд на другой станции, и другой полицейский привез ему сумку. Вот так вот работает безопасность, да? Вот это здорово. Все эти и много других историй от Дмитра Комарова можем почути и побачить саме Дмитра Комарова. Давайте нагадаем еще, где. Это уже будет в неделю, 23 червня. Морвокзал, 23 июня, 16:00 собираемся и проведем этот вечер вместе. Я думаю, весь вечер обеспечен будет, потому что где-то часа 2,5-3, как минимум, мы будем рассказывать истории. Может быть, 3,5. У нас экспромт все. Вопросы и ответы, поэтому сценарий плавающий такой. Потом мы все прямо на сцене жмем друг другу руки, делаем фотографии профессиональные на память, в обнимочку. Мы календари всем подготовили, подпишем пожелания. То есть, и плюс возможность там, ну, посмотреть в глаза друг другу. Я очень ценю, кстати, когда есть возможность с аудиторией, со зрителем, не просто вот виртуально через соцсети, а вот, ну, пожать руку. Да? Тогда ты реально видишь своего зрителя, зритель видит тебя. И это немножко уже другой контакт. Я теперь уже лично многих знаю людей, для которых я делаю программу. Это я считаю ценно. Поэтому обещаю, что мы сделаем так, что вы не пожалеете, что этот вечер проведете на берегу моря вместе с миром наизнанку. До встречи в воскресенье в 16. Приходьте, Дмитро Комаров, достаточно простая людина в спілкуванні. Рады бы вас бачити, Дмитро. Приходьте, приезжайте еще, в Одессе завжди вам раді. Спасибо огромное, Одесса, очень люблю тебя. Залишайтесь на телеканале «Репортер». С вами был Виталий Хемідь. До наступних встреч в эфире.